Жилищно-коммунальное хозяйство – это сфера, по которой у граждан возникает множество вопросов. Это касается ремонта домов, обеспечения теплом, светом, водой и многих других сторон жизнедеятельности. Качество предоставляемых услуг ЖКХ стало темой прямой линии в газете «Кумертауское время». Ровно в 17:00 начинают поступать обращения от граждан. Звонки принимают депутаты Совета городского округа. Мы попросили их дать комментарии по первым обращениям. Но в основном вопросы поступают у нас по подключению к инженерным сетям. Вот, допустим, сегодня был звонок со стороны Шахтерской 4, подключение домов. Водоводы уже построены, но есть недоделки, которые необходимо сейчас устранить для того, чтобы допустить эти водоводы. После устранения этих недоделок, значит, будем тогда заниматься врезкой подачи конкретно на эти дома, значит, этих... подачи воды. План обеспечения инженерными сетями новых улиц будет известен в следующем году. Еще один вопрос касался выделения земельных участков многодетным семьям. Я сегодня уже разговаривал с управлением, значит, курсом Анатолием Афанасьевичем. Но примерно вот в этом году предусматривается выделение многодетным семьям 130 участков. Уже межевание этих участков уже начато. Активность населения помогает более мобильно решать многие вопросы, отмечают депутаты. Были приняты и обращения по нарушению потребительских прав в сфере торговли. Этот вопрос будет рассмотрен вместе со специалистами отдела Роспотребнадзор. Там просто не приняли товар, купленный накануне, потому что товар не подошел по фасону, по цвету. Покупатель решил его сдать, но продавцы почему-то отказались его принять. Это явное нарушение потребительских прав. В перерывах между звонками по проблемам в сфере жилищно-коммунального хозяйства с депутатами общались корреспонденты газеты «Кумертауское время». Прямые линии в редакции проводятся регулярно. Такая работа позволяет больше узнать о жизни горожан, говорят здесь. Прямая линия газеты «Кумертауское время» проводится уже 7-й год. И, как показывает практика, пользуется спросом. Особенно, когда, конечно, на прямой линии глава администрации Борис Владимирович Беляев. Ну и в то же время, конечно, у жителей города традиционно много вопросов, касающихся ЖКХ. Мероприятие организовано партией «Единая Россия». Напомним, в рамках декады общественных приемных в городе было проведено несколько встреч депутатов с гражданами. Это были круглые столы, дискуссионные площадки и горячие линии. Кто-то уже сейчас получил консультацию, кому-то уже сейчас оказали помощь. Ну, а кто-то, конечно, какие-то такие вопросы, которые более кропотливые, на них нужно, конечно, время, и депутаты будут работать над решением данного вопроса, и потом все, кто обратились в эти дни, получат свой ответ. В течение часа на телефоны горячей линии поступили обращения от граждан. Ответы будут отражены на страницах газеты «Кумертауское время» в ближайшие дни.